Я думаю, что премьеру тяжело, потому что управлять такой огромной страной, когда решения, даже те, которые президент дает, не исполняются годами, и когда чиновники на местах саботируют, не исполняют или по-своему исполняют так, таким образом подводят и выставляют в некрасивом свете то, что публично обещается со стороны руководства федеральной власти, это, конечно, возмущает. Нас, фракцию ЛДПР, да и другие фракции Государственной Думы, возмущает деятельность Министерства образования. До недавнего момента, до прихода нового министра обороны, тоже были определенные вопросы к деятельности Министерства обороны. В целом, нам нравится, как оперативно и более интенсивно стало работать Министерство культуры, Министерство связи. Особенно мы благодарны за то, что Министерство связи поддержало инициативу фракции ЛДПР об отмене внутрироссийского сетевого роуминга.